Поролон, иголка, шерсть. Сделать с помощью этих предметов елочные игрушки предложили химчанам в рамках проекта «Химки. Интересно жить». Провела мастер-класс Елена Коробко. Много лет она занимается рукоделием и знает, как создавать из валенной шерсти различные предметы. Это мои образцы, представленные на ваше обозрение. Что можно сделать, в принципе, из вот этих формочек. Я делала елочку. Ее немножко оживила, чтобы она заиграла. Техника валяния из шерсти – один из древнейших видов рукоделия. Люди начали изготавливать вещи из войлока около 8000 лет назад. В наше время этот способ приобретает более художественные черты. С его помощью можно создавать не только игрушки, но и одежду, обувь и всевозможные аксессуары. Мастер-класс произвел приятное впечатление на химчан. Одна из участниц, Надежда Петрова, уже строит планы, как воспользуется полученными знаниями. Мне очень понравился мастер-класс. Я впервые на нем и думаю, что в дальнейшем буду свои полученные сегодня знания использовать. Можно подарить друзьям, знакомым те изделия, уже буду совершенствовать свои знания и изготовлять другие. Тематические мастер-классы проходят в Химках каждый день. Выбрать самый интересный для себя можно с помощью компьютера или смартфона. Можно просто в поисковике вбивать «Химки. Интересно жить». Очень удобно там сделано. Можно следующее. Есть разбивка по интересам. То есть, если вам интересно рукоделие, вы ходите на рукоделие. Если вам интересно садоводство и так далее, то вы выбираете его. Также узнать о ближайших мастер-классах можно из газеты «Химкинские новости». Больше информации в социальных сетях по хэштегу «Химки. Интересно жить» и на специальном сайте.